Hello, everybody, об этом плохом канале. И сегодня ролик о самом ужасном мотоцикле, на котором мне удалось поездить. Вот. Всякие негодования и прочую. Вот все это не надо вот мне вот это все писать или говорить, или хотя пишите комментарии, я все равно их точно совершенно к этому ролику читать не буду. Обещаю. Вот, ну, подписывайтесь на канал. Вот, ставьте лайки, вот, дизлайки и пишите комментарии к этому видео, куда вы нахер. Вот, так вот, я, собственно, не об этом. Я, собственно, вот о чем еще хотел сказать. Вопрос вот в чем, прикольный такой. То есть вы, наверное, видели кучу роликов в интернете о том, какой Харлей говно. Вот. Их просто массово. И снимает кто попало. И какие-то японоведы, и ураловоды. Их хер вообще знает кто, и которые один раз его увидели, или там покатались какое-то время. Вот. Но при этом я заметил, чуть, блядь, скажешь что-нибудь о том, что какой-нибудь Урал говно. Вот, или там какая-нибудь там рисомолка говно, или еще. Это просто пиздец, что начинается. И еще, на что я как бы заметил, то все, вот я, например, в этих роликах о том, где пишут, о том, что это все рассказывают о том, что Харлей говно, я ничего никогда не пишу, потому что, ну, это смешно. Вот, ну, как бы человек, ну, какое-то предвзятое, почти одинаковое, как бы, мнение высказывает в основном для того, чтобы просто хайпнуть. Потому что, ну, как сказать, привычно слушать о том, что это говно, а человек просто рассказывает о том, что то, что привычно, чтобы, ну, человеку было привычно это смотреть, там, лайк, ну, да, конечно, мы тоже знаем, что все говно, вот, ну, а этот ролик у меня совершенно не хайпообразный, то есть я, как бы, то, что считаю нужным для себя, то и, как бы, говорю, то, что я для себя, так сказать, ощутил при поездке на этом мотоцикле, то и вам еще расскажу, вот, это мотоцикл Валькирия Хон Тарашка, вот, это, ну, полный. То есть, короче, ну, хуже, может быть, это была, может быть, шадовка, на котором я ездил. Но я на ней немного проехал, поэтому прям такого я для себя, наверное, не ощутил. Вот. А здесь я как бы умудрился покататься и оценить вот этот вот, как бы, уровень. Поэтому я вам об этом расскажу. Так в чем, собственно, почему же для меня этот мотоцикл это полный. Вот почему? Не потому, что он там как бы спроектирован, там что-то еще. Не-не, вопрос совершенно в другом. Начнем вот с чего. Есть такое, ну, достаточно, я считаю, устаревшее высказывание, но оно, на мой взгляд, больше всего подходит тому, что театр начинается с вешалки. Такой Станиславский, если мне память сказал, который сказал, не верю, вот это вот, по-моему, он. Вот, кто вот прям такой алдовод, может меня поправить, но, на мой взгляд, вот это высказывание больше всего подходит к этому. Мотоцикл начинается с таких вот каких-то мелочей. С подножки, с пультов, там, самые кнопки, там, запуска, допустим, там, ручек, там, вот с этого вот он начинается. Потому что эта вещь такая эргономичная. Ну, то есть, вот как там, тарелка, ложка, вилка. Кому-то, может быть, из картонки, как бы, без ложки, и так прикольно пожрать, да? А кому-то, вот, подавай, допустим, золотые переборы, вот, там, какую-нибудь соломку, там, какую-нибудь, что-нибудь здесь. Вот, и когда человек вот ест вот так бы, ну, как бы более-менее культурно, да, то есть ему потом с картонки как-то не очень. Вот, поэтому если вот, например, ураловоды, на мой взгляд, это такой мотоцикл, типа, ну, этого туалета деревенской с дырой, то есть он простой, говорит, дыра, блядь, вот он смотрит на унитаз и говорит, блядь, вообще, вот у меня дыра наша русская, блядь, вот, а это как бы все буржуйская техника, воду еще сливать, а здесь посру и нормально. Ну, про Урал это отдельная история, вот, а про японскую вот эту вот технику, которая изначально, ну, не имела никакой культуры вот такой вот, да, то есть она вот как бы со стороны выглядит жутковато, если начинать вот как бы с вешалки подходить, с подножек и прочего. Но у меня после катания на этом мотоцикле впечатление абсолютно, то есть вот, что я еду бензогенераторе. То есть это вот такая вот строительная техника, уродливая, вот, и страшная. То есть начнем с двигателя. Вот как выглядит двигатель именно без накладочек и прочего, которые обычно, японцы, значит, они внешний вид мотоцикла создают за счет каких-то дополнительных там херней, блядь, там этих там накладочек хромированных, каких-то там этих самых проставочек и прочего. А Harley Davidson отличается от
японских мотоциклов, что каждая деталь, она и является частью мотоцикла, потому что мотоцикл очень как бы прост сам по себе. Вот так выглядит двигатель вот этой Валькирии, шесть карбюраторов. На Голде, если не помню, имеет 2, а здесь 6. Это лучше на что-то влияет? Да нихера не уедет при этом вообще. Наверное, как бы, ну, я молчу, для чего это надо, это отдельный разговор. Вот. А вот так выглядит V-Twin, да, то есть вот Harley Davidson. Вот положите их рядом. То есть вот, ну вот чем вот как бы вот отличается? Вот начнем вот с этого прям. Вот так выглядит вот этот вот как бы термоядерный. Вот. А вот так вот выглядит эстетично как бы мотоцикл. Это начинается с эстетики. То есть, понимаете, это, ну, как бы уровень культуры, как бы-то такой. Его можно создавать у себя, а можно как бы срать в дырку это самое, в деревенском туалете, восхищаться простотой, как бы, то есть, и народностью вот этого метода. А можно как-то вот ближе, как бы. Сори за сравнение, да, что-то прям много. Так, унитазостроение. Так вот, ну, тут как бы тема такая. То есть я как бы больше ни с чем сравнить не могу, кроме как строительной техникой или как бы вот с таким вот, ну, если мотоцикл. Вот. Дальше. Эргономичность, да, то есть пульты. Вот что это за квадратный гребаный. Что это такое? Ну, это же урод. Вот, есть специальные накладочки Кириакин, которые позволяют. У меня тоже такие же были. Почему-то у Хонды вот такое извращение были с этим. Все остальные просто попытались скопировать в Триумфу и Харлей, что-то там, что смогли. Вот. Прибор. Это вот что за вот эти, как от газовые пыли, какие-то вот эти вот страшные вот эти крутые. Тут сидишь на это смотришь. Траверсы квадратные, вот эти вот страшные, уродливые формы. Почему они такие? Ну, кто вот это вот сделал? И самое, на мой взгляд, просто чудовищное, как бы, это вот этот шланг, который торчит из радиатора. Я, конечно, понимаю, что, как бы, наверное, с точки зрения, я, честно говоря, даже не понимаю, вот не могу себе придумать, вот почему, блядь, надо было сделать, уродство, блядь, уродство в чистом виде. Еще вот этот фильтр, который торчит вот такой вот мотнёй, блядь, снизу, и вот этот шланг еще. Как, наверное, как-то хоть подумать можно было, ну, чтобы это как-то выглядело хоть по-другому. Пусть это прям на самом видном месте мотоцикла, вокруг такие хромированные накладочки, бля, и с ним торчит этот шланг. Как едет этот мотоцикл? Ну, да никак. То есть, ну, вообще, то есть, вот, начиная вот с этого вот эргономичности, эстетики, да, ты сел на неэстетичную херню, которая вот с таким вот двигателем. И работает она абсолютно так же. Есть такая, ну, с этим, конечно, можно не согласиться, субъективно, можете поспорить, я же обещал, сегодня читать комментарии не буду, что вещь некрасивая, она и работает так же. Вот, ну, есть такое дело. Поэтому, если у вас тяга к, ну, таким страшным каким-то вещам, которые вам напоминают, может быть, вам страшное какое-нибудь детство, там, молодость, там, жизнь, там, то, наверное, вы тянетесь к чему-то такому, ну, страшноватому. Вот. А, ну, как бы, если это вам не свойственно, то есть, ну, наверное, лучше этого не делать. Вот, ну, как бы, как транспорт, может быть, то есть, ну, или какая-то, ну, японские мотоциклы, на мой взгляд, это, ну, такой прошлый век, вот, ну, как бы, которые похожи на круизеры, вот эти вот американские. Они, ну, лет 10 назад, может быть, это было как-то популярно, то есть, ну, как бы на страхах, на том, что Харли говно, и как бы стоит этот мотоцикл, как бы, ну, нихера не дешево, то есть, вот, как бы, ну, соотношение, как бы, оно, ну, непонятно, вот, поэтому, ну, этот мотоцикл заслужил, по крайней мере, у меня, ну, славу самого ужасного, на котором я ездил, при этом я ездил на Уралах, на Волке, на обычном, и даже Урал, на мой взгляд, просто не идет в сравнение с этим, потому что тот просто сельскохозяйственная честная техника, которая просто для перевозки дробь в селе. Так что ехать на нем, то есть, ну, ощущение сельхозтехника, ну как. Вот, она для этого была сделана и является, а это такой вот закос под что-то там, чем эта техника не является. То есть вот такой вот. В общем, смотрим дальше, подписываемся на канал и все такое. Thank you.
докатились до Хонды. Хонда Мах Валькирия. Я никогда не ездил на этом моторе. Ну, в смысле, на таком. Вот, и... А он же такой на голде стоит, правильно? На полторашке. На голде два карбюратора, да. А мотор такой же? Мотор. Ладно, хрен с ним, короче, похож. 1,5 литра мотор. А это какой? 1,5 литра мотор. Слушай, обалдеть. Слушай, ну... Меня в YouTube порежет это. Слушай, ну... Вообще она, конечно, не едет. Она вообще очень такой этот... Ощущения от этого мотора такие, ну так же, как вот я вот на Ямахе недавно ездил, бензогенераторные, то есть они не строительные, какие-то вот, ну, вот, на мой взгляд, соответствуют вот форме вот, вот этих вот пультов, то есть оно вырублено топором, просто вот, ну, без каких-то вот, ну, типа вот мы вот так делаем, и у нас все вот так вот, на всех Хондах, в общем, такая же фигня. И вот сама, вот, ну, сам мотор работает примерно таким же образом. То есть, единственное, что он почему-то очень спокойный, вот мне что понравилось, очень спокойно на нем ехать почему-то. Центр тяжести находится где-то тут, вот, то есть он как бы очень такой, ну, в этом плане неудобный, потому что очень высоко у него вот этот центр тяжести. После оппозитов мне всегда страшно смотреть, когда мотор торчит куда-то в бок, вот, потому что тут должны быть, наверное, дуги вот такие какие-то при этом. Потому что его куда-нибудь уронишь, он упадет на мотор. Вот. А в остальном, то есть 100 тысяч миллионов карбюраторов на каждый цилиндр, а их синхронизировать, фу, блядь, синхронизировать же надо. Ужас. Вот. Это тебе, наверное, просто нравится. Вот, ну, ты, наверное, очень давно на нем ездишь, поэтому... Я очень давно искал, очень давно хотел. Это больше даже детская мечта. Именно 97-й год, именно ее. Ну, вот такие были требования. Хочу и йоги, у нас всегда йога. А до этого у тебя что и было? Ну, были там фонды, я хотел. Ну, она отличается от тех, на чем ездил я. По... Она шелестит забавно, то есть в отличие от, например, V-образных моторов, этот мотор, он как-то шелестит, ну, сам по себе. Форма даже похожа на Ураль. Вот, извините. Я как... Это все мои Уралы были. Ах, вот она в чем дело, я понял. Зато водянг. Слушай, какой фильтр-то у него торчит в середине. Прямо говорю, такой строительный дизайн вот у Хонды, он не очень замороченный, то есть типа вот у нас... Вот такая вот тут конструкция, как, вот, например, бензогенератор. У него есть ручка, его можно повернуть. Вот поэтому мы Honda, мы впереди планеты всей. Ну и вот всякая грубая вот эта вот история, которая такая вот тоже вырубленная топором. Она и на современных примерно такая же. Вот у меня были такие же тормоза. Кстати, тормозов у нее нет. Правда, и, ну и мне это не очень важно, но их нет. А это что такое? А это кран? Ну, кран, конечно. Охренеть. Датчиков, это от чего это? Ее родной. Ого. Вот любят японцы, вот маленькие люди, а любят все нах большое. Такое все. Бак вообще на 100 тысяч миллионов декалитров, что ли? На самом деле нет. Это по большей части капот. Под ним там стоит большой воздушный фильтр. А бак где? Вот здесь? Здесь нет бака. 200 километров. Ну, 200 километров. Ага-ба-ба-ба. 18 литров. 18 литров? Ну еще большой бак. Ну, с ее 9 литрами. А, он 9 литров жрет? 9, да, 9. До хрена. Нормально. Это когда за 120 идешь. До 120 у нее расход где-то 7. Mm-hmm. Ну, у нее по паспорту 7. Mm-hmm. Вот такая вот история. Вот если сидеть за рулем этого аппарата, вот можно видеть это. Вот. Ну, у японцев своеобразный вот этот вот подход к вот мотостроению. Он вот у них у всех примерно одинаков. Я не знаю почему, но вот эта вот история, тут человек тут, блин, на Харлее каком-то ездит, ужасный человек. Вот, а она вот так вот выглядит. Почему вот они выбрали такой стиль, непонятно. Вот, но вот от Ямахи, например, или какой-нибудь Кавасаки, по-моему, не очень сильно отличается. Но вот такая вот она Хонда.